15 минут от метро. Это вам не 2 минуты от метро. Мудрость. Уже ешь? Так. Господи, да я простая русская женщина, которая ведется на скейтеров, проигрыватель и кусок пиццы. Я вот, кстати, на этом Twin Bee видела, как в анкетах пишут «ищу серьезные отношения». И у меня такие анкеты вызывают только страх. Это что получается? Меня сейчас заставят готовить, стирать трусы и рожать детей? Да кому это надо, господи? Что, с ума сошла, что ли? Да я простая русская женщина, которая ведется на квартиру на Арбате. Ноль меркантильности.